Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я представитель компании Евроторг. Звоню сообщить, что у вас накопились бонусы за ваши покупки в магазинах, которые являются нашими партнерами. Бонусы у вас накопилось 2000. Сейчас вы можете потратить эти бонусы, приобрести товары со скидкой до 60%. Плюс вы можете... А что за магазины? Магазины, в которых накопились ваши бонусы. Ну да. Это такие магазины, как, например, Foxtrot, Алло, Розетка, Цитрус, Комфи. Их более 30. Хорошо, и что мне теперь можно с этими бонусами сделать? По условиям бонусной программы вы можете приобрести товары со скидкой до 60%. Остальное оплачиваете при получении. Доставка для вас бесплатна, благодаря нашему партнеру Новой Почте. Доставка может быть либо курьером по адресу, адресная доставка, или же вы можете на отделение Новой Почты, ближайшее к вам, оформить заказ. Также вы можете выбрать подарок, такой как электрочайник, фен, пароочиститель, каждому заказанному товару. Четыре категории товаров для рассмотрения есть, участвуют сейчас в бонусной программе. Это все для кухни и дома, для автомобиля, для отдыха и электроника. Подскажите, какая категория товара вызывает у вас наибольший интерес? Если честно, ничего пока нет, потому что я сейчас вообще не в городе, я за Киевом, и у меня сейчас совсем другая ситуация, я не могу. Может, через неделю, я тогда, когда приеду в Киев, тогда и поговорим. По условиям бонусной программы срок жизни бонусов сегодняшний день до 19:00. Если вы не воспользуетесь этими накопленными бонусами, они будут аннулированы. Ну, хоть ничего, все, я понял. Добрый. До свидания. Всего доброго.